Жужжин, тебе нормально? И улетает сова. Жужин, ну вот куда ты влетаешь-то, ну? Так, прохильца. Спокойно, если что. Рядом что, двое, что ли? Ну да, один слева ходит, другой справа. Этого можете все бить. Челики отбиты, пишут. Почему, говорит, только этот кусок продаешь? Поднимайте людей по-быстренькому. На ДК надо Т5? 7, да? Кусок куда-то. Все, поехали дальше. Урылась. Нет, все куски по приоритету ложатся. Раз, если чё, руки не подав. Какие руки? Там нашему волку рейдеру, что вот руки. Сейчас Брун этот самый страж добьют. Не знаю, я сегодня кричал, только на око нашел челик. А то не знаю, может сольется. Все, бухал. Лех, на завтра ты что ДВ планировал? У нас нет чего? Рейда, кроме РС. Я предлагаю ЦВК 25 обычку. Кирс там покупателей поищет. Ну, если хочешь, отходить. Ну, я предлагаю сводить. Как вам удобно, в 12 или в 13, может? Там. Я завтра работаю. Ты работаешь завтра? Да, нет. Ну, я-то свожу, там кто-то из офицеров будет. Ну, я думаю, да, должен. Всегда в онлайне кто-то да есть. Да, надо найти, чтобы кто-то что-то покупал сначала. Что-то просто так. Вот вас. На шамана зайду, посмотрю, кто у меня там есть. Потому что люди тоже в разное время заходят. Но опять же,
Вы имеете в виду, что сходить-то по-любому надо, потому что это недолго, там всего пару часов. Плюс боешки, плюс можете каких-то твинков своих поодевать, там, не знаю, тоже не лишним будет, я думаю. Твинками не варик. Ну, я не говорю твинками идти, а кто-то может пойти там, 2-3 человека. Я за, в смысле, твинками, но если твин, то Отойдите здесь сейчас можно. немножко к центру, чтобы мы бы вылезли. Да, конечно. Ну, не Там 200 танк. я. А, там Артемия Вруна была. Хильти, Вруна Понял. Хильти. А где она? На под водой. Тоже съебал. Но я буду завтра. Заберите мама. Так это там. Большой. Рассосите сразу же. Хуёвые, разбежались, наберите раньше. Жрицу добейте хотя бы вот это.
стражи тебя достали уже. Как не сдохну. Тебя. Че, нашел все тут еще? Леха, еще такой вопрос. За обычку ЕП дается или нет? По сотке. По сотке. За босс. То есть еще 200 за весь. Зависит от того, продали его или просто сходили. Наверное, как-то так. Ну смотри, сапрот стоит 200 голд. Ну, если округлить. Ячейка полностью забитая сапротами по одной штучке для того, чтобы рейд брал. 50 стоил. Ну там как бы примерно, я просто округлил в большую сторону. И получается 19 тысяч. То есть если мы за рейд 20-ку хотя бы зарабатываем, то мы можем уже одну ячейку пользоваться. По одной штучке разложим. 96 сапротов получается. А это как бы, ну, учитывая боешки, что-то там продать. Плюс ЕП, плюс осколки, плюс квесты. И недолго это все, то есть 1.5-2 часа. Тебя как люди зайдут. Ты бы спамить тогда начинал уже, если ты планируешь ставить. Потому что у нас самих есть возможность заработать цены на воронки и всякую. Вроде как сало работает на мага пустоты. ДКшная вот эта. По вашему утру кричал, но там столько таких типа чуваков пишет, вообще просто не понимаю. Что будет, если вечером начать орать? Thank you.
Эх, лему бы такую цепуху. Смутал? Угу. Была бы ты прикинь, как в ПВП? Каждые 4 секунды херачишь немоту. Понятно, давайте. Вы распыляете, но не нажимайте там, может, займите кто-нибудь, потом отдайте. Япончик, лутай. Кирс тоже поинтересовался, нужен ли кому, блин. Жужину. Серьезно? Да, сова тут затынкает, но там раньше всех начал собирать, пальцы. Он мне вчера после того, как я сапоги полутал, написал, теперь ты треньку не полутаешь. Логично. Если бы ты бы вчера ботинки не полутал бы, то полутал бы кто-то. Если не, я... Кто-то из пристав. Раз. Не, я бы полутал бы. Ну, если бы ты их лутал, то да. Нет, там уже... Я просто не видел, что кто еще ролил. Крис меньше меня был вчера. Вот. Я помню, что там два приста ролили еще, помимо остальных я особо не смотрел. А в ЗА хуже ботинки, да? Намного одинаково. Чем с Джайны? Ну, с Джайна даже, допустим. Ну, для сравнения. Там 284, а тут 207. Хотя крита там больше. Ну, там типа по ста там лучше. Вот как запы падают. И чуть хуже, чем с РСХМ. Больше СПД, больше инты, больше духа. Чуть-чуть меньше крита. Ну, не прям такая супер разница большая на самом деле. Отходи, хотя... Отходи. 20 ну, духа, блядь, это прилично. Дал Т4. Одного какого-то можешь слить вперед. Вот, я уже задиспелился. Так что не переживайте. Ну, град фаерболов от этого не сильно меняется по урону. Не, почему? Ну, как бы, там еще у фаера какого-нибудь, который бафт фаерс. Там он нормально бьет больно. Вот почему у них цепуха на 5 целей кидается, а у меня на 3. Несправедливо.
что там на всякий случай рейндж готовить? Пошли боты. Босса? Страдаете, да? Которого? А чё за сбор ЕП буду давать у вас? Да. Кикни паладин. Моего паладина с рейда. Япончик. Я сейчас просто как я дам зайти. Мозер не хочет зайти? Смотрите за игру. Интересно. Добрый вечер, я диспетчер. Здорово. Сумните. У вас рейд? Да. Хочешь, можешь зайти по тоже. Да можно заскочить, подожди, лежат. Чё, куда вы? За. А мне плюс они. Суманули? Все здесь. Все, блять. Блять, да? Блять, да. Блин, ребят, сумоните, а то я, блядь, заеду. Блять, тебе 10 раз сумоню. Мы спрашивали же, кого сумонять. Не надо было на БГ ходить. Да я давно уже стою в рейде просто. Винька с этого босса падает. Алексей! Милишна только. Че это? Ты чего про этот аккаунт как проститутку сделал? Я их посмотрел, с скольких мест заходили, я хили. Да тут тебя везде просто подкрыли. Там ничего, как бы, выглядит вообще нормально. Да я заходил, смотрел вчера. Вы еще мне, блядь, этот крон на посох, да, начали, блядь, собирать? Да. Только где теперь еще взять 20 ДС? Вот это интересно, блядь. Вот такой чуть-чуть вход. Не, ну, 5 я уже вчера перехерачил на 5 штук. Слышишь, Леха, а что ты там за посох? Блять, вставлял в этот, в панель. Это чё за херня, откуда это? 303-й посох. Да это скелли. А, понял. Типа дают дополнительно, да? Ну да. Никита, отойди, пожалуйста, от милика. Я не знаю, ребят, я плюсанул в гильдию. Добавьте, пожалуйста.
дизарм по боссу не забывайте. Чудо вихрь. Демона 2 секунды. Лутераки. Цепнуха, не хильте, цепуха, не хильте. Блять. Простя. Унифилекс. Пиздец. Крутится или что? Нет, я агро сорвал. Серф лёг? Угу. Да. Скорее всего. Пиздец. Да, ребят. Ты чувствуешь, когда Энх перегоняет тебя?